Так, кольца в начале этапа. Бонусные кольца за контрольный пункт. Блокируют атаку врага при торможении. Чё ещё есть? Дрель есть. Воу. Такую типа дрель. Вообще, когда-нибудь надо будет поиграть другими виспами, потому что я вот ни хрена о них не знаю. Прощает врага в куб, из которого сыплются кольца, чтобы разбить. Это ультра ненужный какой-то максимально. Ладно. Вообще прикольно было бы попробовать, что за дрель вообще для чего? Дрель? Дрил, да. Вот он. Дрил. Забуриться в землю или стену, чтобы лезть наверх. Ну, я могу бы даже взять, не знаю, потестить просто что-то. Ну, ты будешь бурить врагов. Не знаю. Кто-нибудь, но же думает. Я знаю, как в сливе работает дрил, и поэтому у меня возникают как бы вопросы. Именно поэтому. Потому что разве здесь есть места для дрила? Наверняка здесь есть специальные места для дрила, по-любому. Так. Пять мест, наверное, на всю игру. Может быть. Надо задерживать. Ну что, Соник, я знаю способ, как остановить Эггмановский рубин иллюзий. Отличная работа! Так, ему нужна куча энергии, которая вся в яйце смерти, короче. И, короче, мы просто становим яйцо смерти, короче, и бум, и все. И, ну, вот яйцо смерти надежно храняется. Ну, для нас-то пустяки, то я уже разработал план, зачем мы отключаем Эггмана. Он чем-то занят другим, а мы используем компьютер химзавода, чтобы взломать систему выражения яйца смерти, отключим ее. Безоружное яйцо смерти, это больше, не больше, чем просто яйцо. Без яйца смерти рубин иллюзий будет почти бесполезен. Че она может без яйца? Так, отвлекаем внимание. Не пойдет Наклз. Ты тоже легко отвлекаешься. В оригинале там было что-то, тебя легко провести, типа. И зачем ты пытаешься обмануть Эггмана, если тебя самого легко обмануть? Вот, согласись, это как-то более канонично бы звучало. Ну, вообще, да. Сколько так. Раз Наклза... Облапошивали его. Да. Как насчет новичка? А зачем это же уже сделали? А чё, на меня похоже, чё не так? Ладно, тогда слишком похоже. О, боже. Они чё, с тебя мерч снимали для этого персонажа? Ну да, да, скальп с меня сняли для этого. Чтобы один в один был. Немножко босс? Слепок, да. Делали. Так. А где Игорь-то? Вверху? А чё, почему-то не получилось? Постоянно забываю, где Игорь находится, потому что редко используется вообще клавиша в играх. Я почему-то вперед просто лечу. Я не могу забуриться в землю. Я просто по земле могу лететь. Что за хрень? Он не забурился под землю, типа, он так только. Ну тут для огня, чтобы там рокет-джампы делать. Прикольный вид, кстати, огненный, если с этой точки зрения. Вау. Вау, вот что дрил делает. Там тайник был. Ну вот. Вот старт. Виу! Ну, такой себе дрил, конечно. Электрический вид. Знаешь, что мне сейчас напомнило? Этот. А там заборчик стоит. Ну да. Заборчик непреодолимый силы. Подожди, а попробуй дрелью по стене пробежаться. Именно так, что ли? Вверх по стене. Ладно, Y лучше бы не нажимала. Не работает ничего. Странно. Я потратила капсулу, так что ладно, пока что. Дрил друг спецзана. Может тут что-то и есть, но я вот не понимаю, как им пользоваться пока что. Наверное, имеется в виду то, что дрил. Хотя подожди, у меня есть мысль одна. Если в стену именно закопаться, не в землю, а в стену именно. Надо потестить. Мне нужна капсула дреля, короче. Вот капсула дреля. Это же она? Да, это дрил. Я, например, иду на рандомную стену. А, да я поверху по стене как бы забираюсь. Ой. Я хочу туда. Да. Ну, вот. Я примерно это и понял. Ты просто по стене начинаешь ползти. Ну да, такой себе.
Прикольно, наверное, для каких-то ситуаций. Здесь мне почему-то капсулы с дрелью дают. Это, скорее всего, для спидрана сделано. Ну да. Потому что наверняка есть очень много мест, где можно просто сократить путь, просто забравшись по стене. Ой. Что-то я не то нажала немножко. Я забыла развернуться немножко. Точнее, я пыталась развернуться, но почему-то не прожалась. Надо было дольше времени дать. Все. Ого. А вот тебе, красиво, кстати, бус. Ну да. Жаль, понимаю, что это 2D геймплей немножко. Буст. Ой. Как чётенько сдоха. Чётенько сдоха это называется. Сдоха. Чётенько сдоха. Я хочу вот наверх, например. Не злоупотребляй свои удачи, сейчас пришлёпнет. Ладно. Была бы капсула, а вот, кстати, ты можешь сейчас взять капсулу и попробовать наверх запустить. А тут нет земли, я не смогу. В прыжке она, по-моему, не используется. А, нет, в смысле, получилось. Ладно. Блин, не хватило. Капсула здесь не перерождается, увы. У меня хоминг атакам привычнее всего и легче всего убить. Вместо скиллов этих всяких, всевозможных. Вот здесь капсула с войдом каким-то должна быть, или чем-то еще, в общем, не знаю. Ой, стой. Не хочу здесь разгон. Может, вы ко мне развернетесь? А, развернулись, смотри-ка. Нападают. Какие негодяи. Ну, как? Понимаю. Понимаю. Я когда-нибудь там публику пройду нормально. Вау, я выжила. Даже урон не получила. Каким-то чудом. Это, в принципе, прикольно. Только жаль, что его проспамливать надо. Не просто там, типа, зажал, отпустил. А именно спамить. А, то есть он именно... Ты спамишь кнопку, и когда перестаешь, он делает такой вот рывок? Да. А-а-а. Ну, с одной стороны, это дает тебе возможность быстрее накопить. Это мне позволяет расстояние. Вот чтобы вот такого не было, вот чтобы управлять расстоянием. То вот я сейчас слишком много проспамила. А, тут чекпоинт. Я думала, я далеко сзади, сейчас появлюсь опять. Так, уж аккуратно пройду. Дали дрель. У меня что-то летит. Чего? Мне же дали дрель, куда она делась? Или что это было? Лайтнинг? Это лайтнинг, что ли, там? Казалось, мне дали виспа моего, это не он. Лайтнинг. Как я тогда должна рестарт собирать? Терзает сомнение, что я могу его без лайтинга собрать вообще. Не можешь просто дрели бустануться там? Ну я тоже хочу попробовать сейчас. Ой, стой. Ну либо просто... Может спрыгнуть с первой до платформы левой. Не получилось, что-то не собралось оно там. Пробуй с левой платформы сразу спрыгнуть просто. Вряд ли я долечу. Опасно, опасно. Не, там... Может и получится... Ну ладно. Можно и так. Так, хорошо, получилось. Дасти, да. Перфект! Слышал. Шикарно. О, музыка клевая. Здесь музыка классная. Первые 5 секунд, а потом начинается обычно. Ой. Не вижу, как он атакует, как определяет. А-а-а. Камни в меня лететь начинают. Это мог быть очень интересный босс, если бы он так тупо не слился.
Не был слит. Он, по-моему, слился, как Metal Sonic немножко. Хорошо, да. Я просто машинально нажала, и да, все, миссия выполнена. Могли бы мы маленько хотя бы Quick Time Event посложнее сделать? Кого-нибудь осу там замутить? Ну... Че с ним такое вообще? Просто шта. Можно было бы сделать дополнительно. Если ты раньше нажал, чем положено, то тебе нужно еще и дополнительные прожать. Ну это же разные анимации надо делать, разные эти. О, да, целую анимацию для неудачи. Разные кринжи, да, разные кринжи анимации. Используйте дрель на этапе с аватаром завершено. Мне просто повезло, что следующий этап был за аватара. О, курточку прикольно дали. О, шапочку прикольно дали. О, перчатки прикольно дали. О, сапожки дали розовые, ура. Вау. Миссии пройденные. Шляпку дали, вау. Маску дали, вау. Змейку дали, вау. Бочки дали, вау. О, что-то розовое, вау, что-то розовое. Каска, ну ладно. Видит розовое, вау, розовое беру. Да-да, давайте, больше розового. Все, мы уже отвоевываем Эггмана, вон. Давим на него. Давим на него. Ну что, ДСТ или еще уровень? А, секретный этап, ясно. Бомба. ДСТ. Да, подожди, секретный этап. Секретный этап. Ну, вот времени, это... Времени, как обычно, почти не осталось. Ну да. Поймаю. Да, он пятисекундный, о чем вы говорите? А, тут что-то надо делать с этими бомбами. Наверное, ничего, как бы. Взливаю. Майнкрафт, ясно, в воздухе висит он. Блок. Незелитовый. ТНТ взрывается от прикосновения. Незелитовые блоки остаются. Так в старом майне, короче, можно было ударить блок динамита, он взорвался бы. Угу. Старая версия с модами, как всегда. Вот. Старый майн. Старый майн с модами на Соника. Тут надо щительнее, как бы быстрее. Особенно здесь. А это модерн или классик? Нет. Не пойму. Модерн. А. Ты чё, за такая музыка, может быть, за классика? За классика такая пищащая, такая пи-и-и-и, вот это вся вот. Как в Хиллтопе. Тут развилка немножко. Ой-ой-ой-ой, тут пропасть как бы. Пошло не так. Вот тебе и развилка. Либо нормально пойдешь, либо в пропасть упадешь. Ну да. Прекрасная развилка. Каким образом вообще там упала, я не знаю. Финиш такой взорвался. Опять пищишь? Давай пищу. Посмотри, какая у него щель между глазами. Как-то максимально плохо у него сделана модель. Там где у него типа эти... Надбровные дуги, я бы так назвала это. Хотя нет, это даже не надбровные дуги. Короче, веки. И блин, у него такая эта полоска там. Слушай, мне это не нравится. Все. Пластилиновая слишком. Знаешь, это как щель между зубами. Да, виспа какого-то дали опять.